I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Нам дали выходной, мы сразу же первым делом забронировали себе спа-отель. Мы уже приехали, муж пошел на заселение, мы решили остаться, осмотреться немножечко. Я покажу всю территорию позже. Мы здесь уже были. Так, рум-тур гранд-отеля. Нам такой вот номер дали. Не Vitalities. Вот здесь комнатка. Угу. Вот такой телек. Такой классный вид здесь. Это в Вильнюсе, прямо рядышком с городом. Здесь ехать минут 15-20 максимум. Вот, очень классненько здесь. Балкон такой. Что здесь из ванной? Вот это вот все есть. Гель. Папа. И шампунь. Папа, он нет, лосьончиков никаких. Папа, он еще окна мыл. Если подавать халат. Что сказали? Они уже идут. Супер. Me for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left fade. But I don't close the door, waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel. Приехали в гольф-клуб. Сейчас попробуем поиграть. Мы здесь впервые. Покажу, как здесь все интересно. Да. Так. Возвращаем. Да, возвращайте. И закуски тогда будет 6. Там слишком, большая, да. Попробуй. Ева тоже высокая. Так, выходим на гольф-площадку. Такая территория. Там есть гольф-машинки. Вот, есть очень много полей. Сева бить. Почему вы хотите играть в зиму? Давай, объясняйте. Класс! Какая ты красавица! Собирается в спа. Я вам принесли такой халатик красивый. Такая миленькая, да? Какая ты красивая. Пипику! Маленький обзорчик. Бассейн. Много людей. Камешки здесь очень красивые. Здесь очень тепло. Осторожно, Ева. Иди по дорожкам. Сегодня мало людей.
You turn toward me, look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Какой? Да, можно насыпать, смотри. Вот такие радужные, да? Мы пришли просто поздно, поэтому... Есть нутелла. Там есть зефиры. Зефир. Вот, в общем, такое. Просто маленькие. Мой завтрак. Я взяла чиа, йогурт, круассан и орешки. Вода и кофе. Уела хлопушки. Гранолу все съел. Так, мы утром встали, после завтрака с дочкой решили пройтись по территории и наткнулись здесь на классную какую-то детскую зону. Какие-то пальмы, песок, в общем, очень миленько так сделали, типа пляжик. Озеро очень красиво. Вот такая площадочка. Круто. Получается, здесь и лодочки вот такие вот есть. Вот и лежаки, песочный пляжик. Очень хорошо. Типа купаться можно, я так понимаю. Вот там вот еще есть тоже всякие штучки для плавания. В общем, беседки. Вот дальше гольф-клуб, в котором мы были уже. Тоже очень-очень прикольно это все. Территория супер. Мы здесь отдыхаем уже с зимы. И вот летнюю локацию только сейчас смотрим. Очень хорошо. Ева, обожаю. Спа. Пришли на второй день вот утром. Она такая счастливая всегда. Очень классно. Взяла с собой лолов, да? Любименьких. Моя рыбка, принцесска. Поехали, а теперь Ева! Моя счастливая девочка! Ева, ты так любишь ходить в спа больше, чем мы даже. Ой, ходи! Ой, папа! Красиво, да. Птички поют. Потрясающе. Очень миленько.
Что? Здесь лягушки в Литве не живут, кстати говоря, да? Ну, сколько раз уже заметили, что нет лягушек. Но комары есть. Красота. Это кувшинки? Да, видимо, банкетный зал. Я думала, это тоже гостиничный какой-то сдалека. Здесь тоже есть вейк-парк. Распространено здесь такое развлечение. Классно. И похоже, что-то на аквапарк или что это надувное? Смотри, там детские горки, по-моему, есть на лето. Классно. Как вариант, прикольно. Мне нравится. Все, мы уже уезжаем. Приедем сюда снова. Вот, очень хорошая локация для Литвы. Просто потрясающая.